При православном храме в честь покровы Божьей Матери открылся православный лагерь. Понравилось? Да! Вы придете еще раз? Да! Преподаем закон Божий. Изображено солнце, небо, птицы, люди, дерево вишневое и земля. Я представляю Божий мир, я нарисовала солнце, небо, птицы, земля, храм и дерево. Как я его себе представляю? Представила его себе так. Я нарисовала небо. Вообще Божий мир – это то, что окружает нас. Я нарисовала небо, деревья, кустарники, птичек, а также нарисовала наш храм. Я изобразила на рисунке Божий мир. Божий мир – это то, что нас окружает. Например, как дерево, животные, бабочки, птицы –
небо. Также я изобразила храм и колокольню. Я нарисовала дерево, землю, листья, облако. И я нарисовала осень. Я нарисовала Божий мир. Для меня Божий мир – это природа, животные, птицы. Я нарисовала деревья, цветы, полянку, ручеек и солнышко. Еще для меня Божий мир – это праздник Пасха, когда все раскрашивают яйца и ставят свечки в Пасху. Для меня Божий мир выглядит так. Я изобразила на этом рисунке солнце, птиц, вот это, облако, дерево, траву, землю и цветы. В моем рисунке изображен Божий мир. Божий мир – это природа, это солнце, деревья, небо, трава. На моем рисунке изображен Божий мир. Я изобразила на нем солнце, деревья, траву. Для меня Божий мир – это подводные жители, аквариум, рыбки, растения. Божий мир – это аквариум. Я нарисовала рыбки и водоросли с камушками. Я нарисовала небо, солнце, дерево, цветы и траву. Я нарисовала землю, дерево. Я его представляю так, когда у них идет Пасха, все жители пекут куличи и раскрашивают яйца. Ставят вверх бочки вазы вместе с яйцом и выставляют везде картины. Внимание! Марш! Девочки, не переживайте, всем будут подарки. Просто сейчас, пожалуйста, постарайтесь победить все. Другая команда. Все, отдай! Подарочки вам! Так. Да.
Вот когда мы в храме эту пели, еще когда мы играем возле храма, мы на уроках рисовали и слушали. Мне здесь все нравится. Мы тут занимаемся, все про молитвы изучаем, например, играем, рисуем. Мне все нравится. Мне нравится петь, рисовать. Мне нравятся занятия, которые тут проводят. Меня зовут Настя. Мне нравится в православной школе, что мы здесь поем, рисуем. Мария, мне понравилось, как мы рисуем, и мне понравилась учительница. Нравится нам, когда мы идем в парк, больше всего мне нравится, когда мы рисуем. Мне нравится, когда нам проводят уроки. Меня зовут Саша. Всякие песни. Мы рисуем. Мне нравится рисовать, ходить в парк, играть по улице. Отче наш поем, потом мы про Благородицу поем. Меня зовут Лена. Здесь мне нравится, как у нас проходят уроки, как мы веселимся на свежем воздухе, рисуем, как мы молимся. Там нам дают кашу, а по обедам суп, второй салат. Мы здесь очень много играем, узнаем очень много нового о христианстве, вообще о церкви нашей. Мы развиваемся здесь. Мы здесь играем, у нас вчера мы смотрели фильм, тоже понравилось. Вчера мы изучали мир Божий, сегодня на эту тему рисуем. У нас конкурс рисуем рисунки на эту тему. Вчера были на вечернем богослужении, вот с Божьей помощью, слава Богу, уже вот летние каникулы. Вы знаете, что когда вот мы по благословению владыки Тихона пришли на этот приход, и образовалась воскресная школа, детки подошли и спрашивают: «Матушка, можно нам ходить в воскресную школу? Мы не крещенные». Ну как я могла сказать: «Дети, вам нельзя ходить в воскресную школу», или вот: «Идите сначала покреститесь, вы должны быть крещенными». Ну да, это правильно, но они еще были не готовы. И вот сказала: «Конечно же, приходите в воскресную школу». И буквально вот после пары уроков дети все захотели креститься, а так уже детки все крещенные, слава Богу. Вы знаете, всех детей мы здесь любим, как своих, как родных. У нас нет уж, кто-то лучший, кто-то хуже. Мы все к ним относимся с душой, любим. Хотела поблагодарить Татьяну Михайловну, директор школы Ромашева, Веронику Викторовну, вот преподаватель по вокалу. Все, вот знаете, все, вот и отец Александр, и Надежда Алексеевна занималась с ними. Вот все старались, чтобы вот этот лагерь православный, чтобы детям здесь было не то, что просто они поиграли игры и все, ушли домой, чтобы они почерпнули что-то духовное для души. Мы с ними и игрались, занимались на улице, игры играли и читали закон Божий. Они рисовали мир Божий. Они занимались и вокалом, и в храме батюшка им рассказывал сотворение мира. Каждое утро они приходили, мы служили молебен перед началом всякого доброго дела. И под конец уже дети пели сами и с батюшкой молебен. Это радует то, что были детки, которые даже не умели правильно крест сложить, а они уже научились нас креститься, научились петь молебны. Дорогие детки, вот сегодня у нас закончился лагерь. Мы всех-всех вас приглашаем. В сентябре у нас будет воскресная школа снова, занятия. А каждое воскресенье по желанию на литургию приходите, мы будем петь. Я буду только рада вас всех видеть. Вы
все хорошие, вы все хорошо поете, вы все послушные, добрые детки. Приходите, мы все вам здесь очень-очень рады. Всех вас любим и ждем.